Графа против всех и выборы по одномандатным округам. О новшествах предстоящих выборов в Мажилис и Маслихаты рассказал Ерлан Карин. Государственный советник отметил, избираться теперь могут и самовыдвиженцы. Кроме того, 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов. А еще в новом составе Нижней палаты не будет представителей АНК. Они теперь в Сенате. И несмотря на то, что грядущие выборы внеочередные, они были анонсированы за полгода, подчеркнул Карин. Впервые в бюллетенях на выборах в Мажилисы и Маслихаты будет графа против всех. В выборах имеют право участвовать 7 политических партий, 2 из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях. Избиратели будут голосовать по 5 бюллетеням, в городах республиканского значения по 4 бюллетеням.